В эфире Янаульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Алсу Щепотева. Здравствуйте. Памятные серебряные монеты в честь 75-й годовщины Великой Победы от имени главы Республики Башкортостан Радия Хабирова вручили ветеранам Янаульского района в минувшие выходные. Глава администрации района Ильшат Фазигатов совместно с председателем районного совета ветеранов войны и труда Риммой Фазыловой навестил участников Великой Отечественной войны. В нашем районе сегодня проживает 7 ветеранов. К сожалению, состояние здоровья не позволило Катифу Гарееву лично встретить делегацию. Подарки передали его дочери. С нетерпением гостей ждали и в 52-м квартале. Здесь проживает чета портных. Этот день стал приятным событием для супругов. Из рук главы Григорий Михайлович получил памятные подарки и услышал теплые слова в свой адрес. После делегация направилась к Анастасии Плотниковой. Когда началась война, ей было 9 лет. Но увидеть и испытать за эти годы пришлось многое. Для каждого ветерана эти встречи имеют большое значение. Герфан Якупов призвался в армию в 1944 году. После победы еще 6 лет служил на Камчатке. В мирное время трудился в нефтяной отрасли. Он также получил памятную монету из рук Ильшата Фазигатова. Следующим пунктом маршрута стало село Байгузино. Здесь проживает еще один ветеран Великой Отечественной войны Равгат Магазов. Ему также вручили памятную серебряную монету как символ отваги и мужеств, проявленные в годы войны. Пожелали здоровья. Ветеран Амирьян Нурулин ушел на фронт в 17 лет. Поначалу служил сержантом, был командиром отделения, служил в Польше, на границе с Афганистаном. Приезду гостей ветеран был рад и отметил, что приятно удивлен визиту главы администрации района накануне Дня Республики. Мы доводим до наших ветеранов, участников Великой Отечественной войны, подарок, учрежденный главой Республики Радием Фаритовичем, с небольшим куштанаш, как говорят. И, конечно, настроение ветеранов приподняты, особенно вот только что были у Амирьяна Нурулыныча, один из самых позитивных наших ветеранов, который всегда рад нашему посещению. Ну, ковидные мероприятия не позволяют, конечно, полностью обнимать и от души приветствовать. Но, тем не менее, мы делаем исключение, мы с обработкой рук, соблюдая масочный режим, посетили всего 7 у нас участников Великой Отечественной войны осталось на территории Наульского района. Всегда говорим, вот вспоминаем молодость, их трудовой путь, насколько они были правильными людьми. Поэтому они живут сегодня красиво, дети за ними ухаживают. И в том числе самый основной момент – это воспитание детей. Благодаря этому они в добром здравии сегодня. Пятничным вечером 9 октября на центральной площади Янаула прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Республики и 90-летию со дня основания Янаульского района. Подробности далее в сюжете. На значимые события были приглашены выдающиеся земляки, почетные граждане, жители района. Перед гостями вечера выступил полномочный представитель правительства в Государственном собрании Курултая Республики Башкортостан Александр Лихачев. Позвольте передать вам теплые приветствия главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова и членов правительства. 11 октября – историческая, судьбоносная дата. 30 лет назад родился новый Башкортостан. Башкортостан всегда был опорным краем. В год 75-летия Великой Победы хочется особенно подчеркнуть, как наша республика приближала ее, как наши земляки бесстрашно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу. Сегодня республика уверенно входит в десятку сильнейших регионов России. И это подтверждают инвесторы, которые, несмотря на коронавирус, продолжают реализацию крупных проектов. Вкладывают десятки миллиардов в промышленность и сельское хозяйство. Растут инвестиции, растут наши возможности. Все эти успехи и достижения республики стали возможны, в том числе за счет вашей ежедневной неустанной работы. Так, оборот организации во всех отраслях жизнедеятельности района за 8 месяцев текущего года составил более 5 миллиардов рублей. Это составляет 114% к аналогичному периоду прошлого года. В районе совсем недавно введена в эксплуатацию Янаульская коррекционная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлен дворец молодежи города с кинотеатром и благоустроенной территорией. В нынешнем году завершится благоустройство прибрежной территории по улице Некрасова
с лыжевелоролерной трассой. В целом, на протяжении последних 4 лет в районе наблюдается положительная динамика по многим отраслям и сферам. Почетными грамотами Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан за многолетнюю добросовестную работу были награждены. Зиетдинов Виктор Тимирханович, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей акционерного общества «Янаульские электрические сети». Ушиярова Роза Назифовна, начальник участка водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Янаул-Водоканал». Шайхутдинов Шайкинур Шайдиярович, старший дорожный мастер общества с ограниченной ответственностью «Янаул благоустройство». Почетными грамотами Министерства культуры Республики Башкортостан за большой вклад и добросовестный труд были отмечены. Пензина Гульнара Гарафиевна, заведующая художественно-постановочной частью Муниципального автономного учреждения культуры Межпоселенческий культурно-досуговый центр. Миняхметова Эльвира Юрьевна, преподаватель детской школы искусств. Садрисламова Гульшат Тагировна, преподаватель детской школы искусств. Своими впечатлениями поделился и депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Рамзил Низамеддинов. Сегодня очень много мероприятий, которые мы присутствовали на Янаульской земле. Мы сегодня открыли прекрасный детский садик, который построен за счет федерального бюджета. Сегодня мы присутствовали также в открытии по программе «Башкирские дворики», прекрасные улицы, прекрасные хоккейные площадки. То есть хочу сказать, что праздник, как всегда принято, открываются такие значимые объекты, значимые мероприятия для района и для города. Я от души присоединяюсь к всем поздравлениям, которые здесь звучат. С приветственным словом к янаульцам и гостям праздника обратился глава администрации района Ильшат Вазигатов. Для каждого из нас юбилей района не просто огромное событие. Это прежде всего наш с вами повседневный труд и чаяние, испытания и радости. Можно сказать, вся наша неповторимая судьба – наша биография. Разрешите сердечно поздравить всех вас с этим поистине замечательным юбилеем района. За эти годы район пережил немало. Есть в его истории горькие страницы войн, бедствий, но еще больше трудовых подвигов наших земляков, достижений в области искусства, спорта, науки. Здесь и славные годы дореволюционного прошлого, и годы становления советской власти, и страницы Великой Отечественной войны, и имена наших земляков. Прожитые десятилетия были периодом становления и укрепления экономики района, развития социальной сферы, культуры, образования, здравоохранения. В этот замечательный день мы с особой теплотой и благодарностью вспоминаем тех, кто внес большой вклад в развитие нашего района, прославлял и доблестно трудился во имя его процветания. Благодаря вам и вашей плодотворной работе, опыту и инициативе наш район развивался и продолжает развиваться. Благоустраиваются дворы и улицы, растут объемы индивидуального жилищного строительства и ремонта дорог. Почетными грамотами администрации Янаульского района за добросовестный труд и успехи в работе были награждены. Ахметова Анжела Анатольевна, медицинская сестра кабинета врача-инфекциониста, поликлинического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан, Янаульская центральная районная больница. Вазигатова Эльзира Анасовна, медицинская сестра отделения лучевой диагностики государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан, Янаульская центральная районная больница. Исламова Илюза Фанисовна, депутат Совета сельского поселения Новоартаульский сельсовет муниципального района Янаульский район, социальный работник автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения Альтаир. Нуриахметова Алия Рафаэловна, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования станции юных техников города Янаул. Тимиршин Артур Арсеньевич, дорожный рабочий Янаульского дорожного ремонтно-строительного управления филиала акционерного общества «Башкиравтодор». Фархудинов Зефиль Загирович, директор общества с ограниченной ответственностью «Янаульская баня».
Хузина Раушания Фаатовна, медицинская сестра участковая поликлинического отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан, Янаульская центральная районная больница. Шакирова Ольга Валентиновна, фельдшер Рабакского фельдшерско-акушерского пункта Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан, Янаульская центральная районная больница. Шарипова Луиза Халиловна, медицинская сестра отделения лучевой диагностики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан, Янаульская центральная районная больница. Благодарственное письмо администрации Янаульского района в этот день вручили. Беляевой Ларисе Витальевне, методисту муниципально-автономного учреждения «Дворец молодежи». Кроме того, в этот день подвели итоги районного конкурса на лучший логотип, посвященный 90-летнему юбилею района. Диплом победителя заслуженно достался Султанахметову Рамизу Меншариповичу, преподавателю муниципального автономного учреждения дошкольного образования «Детская школа искусств». В год эстетики населенных пунктов в нашем районе был объявлен конкурс «Самое благоустроенное сельское поселение Янаульского района». Победителей определили в двух категориях. Дипломами победителей в номинации «Самое благоустроенное сельское поселение» до 5 населенных пунктов наградили. Третье место. Сельское поселение Старокудашевский сельсовет и денежная премия 15 тысяч рублей. Третье место. Сельское поселение Иткинеевский сельсовет и денежная премия 15 тысяч рублей. Второе место. Сельское поселение Староваряжский сельсовет. Денежная премия 25 тысяч рублей. Первое место. Сельское поселение Максимовский сельсовет и денежная премия 45 тысяч рублей. Дипломами победителей в номинации «Самое благоустроенное сельское поселение» до 10 населенных пунктов были отмечены. Третье место. Сельское поселение Ямадинский сельсовет и денежная премия 30 тысяч рублей. Второе место. Сельское поселение Кисигутовский сельсовет, денежная премия 40 тысяч рублей. Первое место. Сельское поселение Истякский сельсовет и денежная премия 60 тысяч рублей. Доброй традицией стала церемония присвоения звания «Почетный гражданин Янаульского района». Для вручения на сцену поднялся председатель Совета муниципального района Янаульский район Ильдар Маликов. Решением Совета этот высокий статус и символичная лента были вручены. Сахратову Роману Фанисовичу, генеральному директору акционерного общества Янаульские электрические сети. Фазыловой Риме Фомиевне, председателю районного совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил правоохранительных органов муниципального района Янаульский район. Праздник продолжили художественные номера коллективов района и приглашенных гостей наших именитых земляков. Сила пара в турсун, дейсен, минем кузылер.
ishe derege telesensin matur sizler yaratına 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 kiregi kendim sina sağınuva sil gibi gümehvete kalanuva gönül bu yesin arana tabınuva Yaratına, yaratına, yaratına Hellerimini alayım diysen bir aslına Kugilinge tutun diysen girin ağzına Yüreklerde basın diysen gir yazına Yaratına, yaratına, yaratına Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране более 1 миллиона 350 тысяч жителей. В Башкортостане их число превысило 9,5 тысяч человек. За последние сутки прибавилось еще 69 заболевших. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказала помощник эпидемиолога Зинфира Газизова.
По состоянию на 15 октября в Янаульском районе зарегистрировано всего 675 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них трое пациентов со средней степенью тяжести заболевания получают медицинскую помощь в инфекционном отделении Янаульской ЦРБ. 11 пациентов госпитализированы в госпиталь города Нефтекамск. И 4 пациента находятся в республиканских учреждениях. 165 пациентов находятся на амбулаторном лечении с легким течением заболевания COVID-19. Выздоровлением выписаны на 478 пациентов. Итого на данный момент в районе получает медицинскую помощь 168 пациентов с диагнозом COVID. На 14-дневном карантине находится 238 контактных лиц. За весь период зарегистрировано 84 семейных очагов, где заболели коронавирусной инфекцией 199 человек. Все отделения Янаульской ЦРБ работают в режиме повышенной готовности. Ведется плановая госпитализация пациентов отделения с отрицательным результатом анализа мазка на COVID. Организована амбулаторно-поликлиническая помощь с разделением потоков пациентов. За весь период с 8 по 15 октября в районе выявлено новых 111 случаев заболеваний COVID. Организация незаконных свалок – один из самых распространенных видов экологических правонарушений. Несмотря на то, что в последние годы ситуация в районе заметно улучшилась, по-прежнему остаются нерадивые жители, кто не желает соблюдать закон. Свалку рядом с микрорайоном Урняк обнаружили местные жители. Здесь и раньше порой складировали ненужные вещи, но постепенно горожане навели порядок. Однако, как оказалось, ненадолго. Неизвестные лица привезли и оставили здесь груду строительного мусора. На место преступления выехали представители административной комиссии. На этот раз выяснить имя владельца строительных отходов оказалось проще простого. Среди мусора яркая вывеска супермаркета. Магазин закрылся. О том, что он работал в Янауле, теперь напоминает только эта груда мусора. Такому соседству местные жители, конечно, не рады. Из года в год мы выявляем вот такие свалки на территории городского поселения и стараемся как бы извлечь от этого урок. Установили везде по всему городу уже мусорные контейнера, но все равно жители продолжают же вываливать мусор на окраине города. Именно даже в центре города могут вывалить и спокойно уехать домой. И хотя знаю, что фактически это нарушение закона, это нарушение правил благоустройства города. Я думаю, что они за столом у себя также не гадят, как, допустим, на окраине города. Где бы только человеческая нога не наступала, она за собой почему-то оставляет вот такой казус. Неприятный очень для нас вид. И на сегодняшний день, имея даже такое предприятие, как Янаул благоустройство, они не способны сегодня провести такую большую работу по очистке прилегающих территорий города. Соответственно, мы по отношению к данному участку будут приняты меры, и виновники будут привлечены к административной ответственности. В случае, когда определить владельца подходов не представляется возможным, устранить несанкционированную свалку должны органы местного самоуправления. Если же виновник установлен, его ждет административная комиссия и штраф. Комиссионное обследование проводим членами административной комиссии и выявляем виновника, скажем так, ведь, да, кто вот выгрузил мусор несанкционированно, вот, в посадке вываливает, так ведь в леса у нас лага вот вываливает. И потом приглашаем в административную комиссию, там административная комиссия принимает решение. Выявленный факт, значит, мы этот мусор должны переместить его в полигон. Если не нашелся, мы привлекаем, конечно, вот у нас есть обслуживающая организация, так ведь, ООО «Благоустройство» в основном этим занимается, по городу вывозит, скажем, за свои средства в полигон. Чтобы было меньше свалок, люди должны все-таки размещать, вот, отделять ТКО и крупногабаритный мусор. ТКО – это, получается, бытовой мусор, так ведь, да, который мы вот, оплачиваем 75 рублей сейчас. Мы должны размещать его в контейнерах. Но то, что вот строительный мусор, крупногабаритный мусор, мы должны по определенным договорам его вывозить в полигон. Для этого есть у нас организации ООО «Дютелемелеводстрой», которая занимается так ведь сбором, вывозом и утилизацией мусора. И есть у нас ООО «Благоустройство», местная организация.
В нашей республике продолжается реализация так называемой мусорной реформы. Растет количество контейнерных площадок в Янаульском районе. Они предназначены только для бытового мусора. Однако есть жители, что оставляют рядом с баками и крупногабаритные отходы. К примеру, отжившую мебель, бревна и шины. Есть и те нерадивые граждане, что по-прежнему вывозят свой мусор на территорию лесов и посадок. Несмотря на все принимаемые меры, как никогда актуальным остается выражение «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Берегите себя, оставайтесь с нами. Шестнадцатого октября в Янауле ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 12, днем плюс 12, плюс 15. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. По данным МЧС, в республике ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 10, днем плюс 12, плюс 16. Чтобы в аптеку не бегать из дома, выгодно, быстро и очень удобно. У нас в приложении делай заказы или на сайте farmland.ru. Приходи, покупай. Экономь с фармлендом. Внимание, только один день. 17 октября в субботу в МКДЦ города Янаул состоится выставка-продажа модных и элегантных, удобных и практичных женских пальто. Новая осенняя коллекция для женщин всех возрастов. Производство России. Низкие цены, беспроцентная рассрочка. Также в продаже пальто из плащевки, искусственные дубленки, куртки, пуховики, пальто из драпа. Добро пожаловать! Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 50402 59995. Янаульскому телевидению требуется оператор эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 50402 59995. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знание татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402 528-71. Власть, говоришь? Все в наших руках!